мы больно рано приехали. Они еще не работают. У меня тут зритель появился. Который есть хочет. Ух ты, как посырок. Всем привет. Хороший день для рыбалки. И сегодня решил я снова попробовать половить форель. В крайний раз было это очень интересно. Ну, на этот раз я уже, как видно, уже решил приехать по темну. Пока дойдем, пока там раскинемся, пока займем точки. В общем, поэтому сейчас 6:50. Предельно, конечно, до сих пор не могу привыкнуть, потому что такое время уже темно. Ужас. Погодка сегодня, пока снежная. Вроде ноябрь. В общем, такое себе. Я не один. Hello, my friend. В прошлый раз был более бодрый. Я еще сплю. Как и я. Ладно, пойдем сплотить, собирать. В общем, пока решили пассивные снасти раскинуть, потому что нифига не видно. От слова совсем. Ну и как оказалось, кстати, мы больно рано приехали. Они еще не работают. Нас так уже по доброте душевной пустили. Все равно ловить пока не сможем. Пока раскинемся и тому все подобие. Так, с 8 часов, как оказалось. Удочку я уже закинул, потому что ничего там не видно. И тут на свету хоть соберу хоть спиннинг. На сегодня у меня новый спиннинг. Это от Nord Stream Ariator 2. 672 UL. Ну такой до 6 грамм спиннинг. Он как бы заточен больше под форель. И это мой на самом деле первый форелевый спиннинг. Заранее говорю, я не буду часто увлекаться форелью, но иногда буду кататься, чтобы так не удивлялись у чего. Вот сам как спиннинг выглядит. Еще бирка даже. Так, ну что, первый заброс. Блин, я не могу привыкнуть к такому весу. Я чуть спиннинг не выкинул. А еще поставил воблерок. Потом буду на блесна ловить. То есть, сперва попробую собрать активную рыбу воблером. Да блин, я не могу закинуть таким легким. Представляешь, каково мне будет? Катушка от Nautilus Art 2500. И шнур также намотал от Nautilus Braid 0.6. Лет. Давай, давай. Это не шутя. Не крупная, но приятно. Такая маленькая. Маленькая, да. Угу. Заводим. Есть. Ну, поздравляю. С первой форели тебе. Мать, ты вообще нормально. Ты испугался? Тихо, тихо, тихо. Поздравляю. Давай. Смотри, хвост отгрызанный. Смотри. Ну сколько в ней грамм? 600. Ну да, грамм на 800. Так, все. Ну и я хочу поймать. Обкидав все сейчас воблером вот таким вот. Ничего. Поставим резину. Ой, какую резину? Блесна. Так, тема у меня вот такая вот. Давай поставлю вот такую вот. Что мне посоветуешь? Любую, какую видишь, любую ставь. Я хочу розовенькую. Не, поменьше очень. Поставь немножко. Чуть поменьше. Сказал любую, да? Да. Решил я закинуть поплавочную удочку к мостику, потому что обычно, нередко форель у сетки держится. Точнее как, она получается упирается в сетку и идет вдоль нее. Ну, может, надо еще поближе закинуть. И узнать, в каком горизонте сегодня она держится. Вот чем мне вот понравилась вообще рыбалка на форель, это постоянно выбирать надо горизонт, проводки, приманки. Постоянно нужно перебирать. Все, как я люблю. Все. Звон начинается, значит, пора клевать. Редко пока сейчас гуляет форель, я смотрю. Значит, она, скорее всего, больше в придонном слое.
не уверен, что будет она, конечно, сегодня клевать, но очень хочется мне поймать. Не хочется пролететь на самом деле. Давай, хочу ж почувствовать первую поклевочку. Прям очень хочу. Ладно? Да, был. Причем прям так задрыгал. А у меня пока не хочет. Значит, надо, скорее всего, менять мне блесенку. Попробуем поставить вот такую длинную. Семочка или вот что-то такое, я уже не помню название. На такой тип, кстати, блесен я еще не ловил. Мне кажется, она будет очень размашистая, по идее. Ну да, она размашистая. Что-то выплыли непонятно зачем. Блин, вот это подача была. Очень жестко. На что была подача? На морган. Поклевка первая. И очень жесткая. И вот здесь. Чё ж ты не просеклась, непонятно. Уже как видно, я уже коряво уже держу спиннинг. Может, кстати, из-за этого я ее не пробил, как вариант. Но спустя, получается, полтора часа или два часа, только первая поклевка, это вообще пипец. Зарыбление дождались. А у меня тут проблема. Перевязываюсь во время зарыбления. Пипец просто. Я же говорю, пока я тут вяжусь, кто-то ловит. Ну как, она сильная? Сильная. Щукой сравнится? Нет, конечно. Ах, ударилась. Ты не давай туда. Так я пытаюсь. Не дать. Есть. Ну это уже крупнее, это уже килушка. Ну что значит, новичкам везет, да? Блин. А взяла и сразу же отвалилась. На воблер, кстати. Очень долгое время у меня вообще ничего не клевало. И только спустя продолжительное время, если быть точнее, спустя сколько? 3 часа только начались первые поклевки. Я уже, честно, уже начинал переживать, уже думал, что я не то делаю. И тут началось дело. Наконец-то. Хорошая. А я причем увидел, что она там гульнула. Подсобишь? О, какую. Слушай, это такая серьезная, да? Серьезная мотора. О. Прям пошла двуха. Я тоже так думаю. Вот это сработали. Стоп. Улетели. Это даже поболее. Наконец-то я наныл. Просто красавица. Честно, тут я еще таких вообще не ловил. Точнее, вообще таких еще форель не ловил. Тут, мне кажется, наверное, двушка точно есть. И вроде как с икрой. Фу, вот это отдало мне жару. Такая подача была просто. Что-то с чем-то. Кайф, давай взвесим. Ну и сколько? Офигеть! Сработала вот такая вот блесна.
Прикольно. Ну так она сопротивлялась бодро. Пипец. Я, правда, ее быстро завел. Красота. Надеюсь, она сегодня будет не последней. Ты, кстати, если отпускаешь рыбу, сразу же аннулируется. Путевка. Да? Ага. Нельзя. Ну, типа она сдохнет, заболеет, все остальное. А зачем ее отпускать, если у тебя уже оплачено? Ну, есть спортсмены это. Спортсмены. Почему же безбородные крючки? Это чтобы отпускать. А время сейчас только 10:30. Да. Многообещающе. В будку. Я вас весь развеселился. Ага. Оживился. Да. Он красивый. Пошла. Один говорит красивый, второй падла, да? Мы так и живем. Толпа зашла в ту буточку. Не знаю, что они там делают, но что-то там плескается все. Крики плескаются. Может, топят друг друга, может, купаются. Это уже загадка. Сейчас с Робом постоянно пытаемся перебирать приманками. Уже каждый, наверное, приманок по 20, по 25 точно перебрал. Вот сейчас у Роба была поклевка на силикон. На личинку, если быть точнее. Но я хочу поймать... Либо на воблер, либо на блесну, если честно. Заметили, начали опять гулять форель. Но поклевок по-прежнему нет. Причем ни у кого. Всего лишь, получается, было поймано вот на эту всю большую толпу. А если быть точнее, на 1, 2, 3, 4, 5. На 6 человек. 1, 2, 3, 4, 5. 6 штук. Каждому по одному, грубо говоря. Не густо. Я заметил, там на той стороне, там чаще ловят на пассивки. На пассивки, на силикон, ну и на бомбарду. Так на бомбарду, по-моему, активно пытаются ловить. Уже все ставил. Все, что можно и нельзя. Смотри как. Вон, видишь? Ну чё такое? Ты куда? Мне на шею не надо. Это зверское нападение. Ну, смотри. Ты куда? Еще и замурчал. Все. Так, не надо мне на шею. Давай. Третья рыбалка. Я сколько не кидал. Блин. Нормально. Тебе я не цепану, по-моему, или цепану? Нет. Взяла воблер. Ну такая не крупная, но приятно. А, та-та-та-та. Не пытайся ее так поймать. Какое? Классно сопротивляется, да? Просто посмотрите, что она творит. Вот это... О, у меня тут зритель появился. Который есть хочет. Вообще не... Слушай, это намного резвее, чем та предыдущая. Давай. Как не сдается. Так, разворачиваю. Есть. Круто. Ну, сработал воблер, который я восстанавливал. Вообще не сдается. Все? Хорошо. Ага. Смотри. Но сопротивление форели — это что-то с чем-то. Сами видите, что она творит. Вот за это мне ее очень нравится ловить. Не то, что ее постоянно перебирать. И вот именно вознаграждает такими свечками, рывками. Ну, сами все видели. Даже кошка подошла посмотреть на это все зрелище. Ладно, будем дальше продолжать ловить.
И это уже действительно, у меня уже были отчаянные уже меры, потому что не хочет клевать. Блин, а ноги немного подтряхивает после такого сопротивления. Реально круто. Есть. Прямо у берега. О, хорошая. Ага. Вот это бабахнуло. Давай, давай, там идем. Есть. Волточек. Спасибо. Тут. Чушь так бросаете. Ну такая приятная тоже. В районе, тоже наверное, полтора, может больше. А, честно, не обратил внимания. Нормально. Двушка. Так, я сработал. Кто это? Морган. 2.4. Хорошо. Я уже доволен сегодняшней рыбалкой. Просто класс. Адреналин бьется. Причем так же неожиданно взяла, еще прям рядышком, буквально метрах 5 от самого мостика. Вот, блядь, видишь, что делать? Че, оторвал? Блядь, оторвал-то, видишь, где, блядь? Неудобно. Попалась, да? Знаем. Вот за это она и нравится. Давай. Только не под мост. Только не под мост, блядь. Тоже такая двушка. Спасибо. А у меня клевать что-то уже не хочет. Роб вообще забыл, что такое поклевка. Вот так вот. Пришел дед, встал между нами, начал ловить. Но причем взяла она, получается, на силикон. То есть нет как таковых привязок, на что сегодня будет клевать. Считаю, блесна, силикон, воблера. На что клевать, фиг знает будет. Я так понял, чисто, когда повезет, под нос попадешь. Только так. Ах ты, блин, ну. Поклевка была на воблер. Эх, самое печальное, что она не повторяет. Она постоянно курсирует, тут ходит. И за счет этого уже особо бестолку кидать в ту же точку. Это, увы, не щука, как засадная. А ходит, тыкается, я так понял, везде. Свой нос пихает. И ищет, что пожрать, наверное. Но я надеюсь, еще кого-то мы сегодня поймаем. Прям очень хочется. Ну и хочется, чтобы роб поймал. Обязательно. Ух ты, как посырил. Вот это мега сильно. Туда не ходи. Ты сюда иди. Выходи с мостика. Не пущу. Увидел, когда поперло. Вот это мега сильно. Не-не-не. Мимо. Я слышу. А, отлично. Фу. Опять блесна, да? Да. Вот это она дала жару. Пипец. Так, сработал снова Морган от Нордстрима. Он такая маленькая, блесенькая. И такие большие рыбы. Ну, конечно. Мега сопротивление получилось у этой форелины. Просто что-то с чем-то. Ну и такая по весу, я думаю, килограмм полтора, не меньше. Вообще шикарная. Классная рыба.
прям такая... Очень скользкая. Фиг удержишь. Давай хоть посмотрим, сколько она весит. Ну, я был почти прав. Сколько? Кило 845. А получилось на самом деле так. На силикон клевало, были поклевки, по крайней мере, у Роба, ну и у соседа. А у меня вообще даже контактов не было толком ничего. До этого только на воблер была поклевка, и все. И стоило только снова вернуться на ту блесенку, как, блин, мега форель клюнула. Ну, сопротивление сами видели, что натворило. Это просто что-то с чем-то. Просто остановить невозможно. И время сейчас только 2 часа. У нас еще 2 часа рыбалка есть. Блин, а! Решил сумничать. Все-таки взяла. Хотя увидел я перед этим. Вон уже домой идут. Одна форелина. Да она все равно не клюнет уже. Под угол. Ну хрен его знает. Ее уже там нет. Может и нет. А, аж все время курсирует. Что она творит, да? О, какая тоже приятная. Пизда. Сейчас не хочет, боится. Нет, 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 нет. Не спешите. Ты, да не спешите, я же говорю. Во, все, спасибо. Ага. И вылетело. Сработало. Снова такая же блесна. Ну это закивушница. Ух ты, блин. Килограмм 8. Может больше. Фух. И что удобно здесь. Можно хоть руки помыть. Ну, морган, а? Что творит? А вы на что? Я на блесенке. На блесна, на воблера. Роб, можете я дать такую блесенку? Я на нее уже третью пойму. Покажи, какая. Бери. Ой, это же такая, да. Же. Только другого цвета, да? Не, она полностью другая, как бы. А-а-а. Как ты ее можешь путать? Это вообще другая. Да нет. Так, а я повешу вот такую вот. То есть такую же, только чуть потяжелее. Только попробую сказать, что она не ловит. Блин, а. Очередная пустая поклевка. Обидно. Осталось 45 минут. Клева нет. Ни у кого. Чего не ставишь, толку нет. И рыба себя вообще, кстати, перестала показывать наверху. Такое ощущение, будто она вся под нами, под нашими ногами. Вот рыбалка завершилась. Нас уже прогоняет тут. Время 4 часа. И что я скажу по рыбалке? Сегодня просто безумно сложная была рыбалка. В плане того, что вообще никто толком ничего не поймал. Да и поклевок сегодня просто минимум. То, что я был в прошлый раз здесь, просто было. Тогда рыбалка вообще топовая была сравнительно. Хоть и тогда поймал 4 щуки. Ой, 4 форели, уже заговорился. Но в этот раз получилось качество. Качество у меня преобладало вообще конкретно. Давай хоть посмотрим, что получилось. Ну и попробуем взвесить. Нормально так. Потом в садок вышли. Ну, около десятки, короче. Ну, четно. Надеюсь, вам было интересно. Ставим лайки, подписываемся, комментируем. Всем пока.